Эта земля сурова и прекрасна. Совсем как та, откуда пришел мой народ. Таурены всегда чтили мать-землю. Свободное кочевье по бескрайним равнинам – далеко не худшая судьба, юный вождь. Возможно, Керн. Но мой народ заслуживает той земли, которую мог бы назвать своей. Вождь, приближается табун мародеров. Они скачут прямо на нас. Керн, коды перегружены и нуждаются в отдыхе. Может быть, тебе лучше остаться здесь и охранять караван, пока мы ищем оазис? Ха, нечего меня беречь. Может, я и стар, но уж никак не беспомощен. Я — вождь! Локригар Ногал! Приветствуем всех. Да, и, к сожалению, в этот раз без комментариев. Так как на период записи вылетел из головы... Хорошо. ...включить микрофон. Который раз. Так что, увы, получилось вот так вот неловко. Сила и честь. Занимайте оборону! Локтарогар! Нас никто не остановит! Дабу. Хорошо. Держите оборону! Защищайте Кодо! Тауренов не так просто застать врасплох. Дабу. Сила и честь. Ну, хорош! Твой кентавры щас... вернулись! Они атакуют! Сила и честь. Да. Сила и честь. Дабу. Сила и честь. Недостаточно маны. Хорошо. Хорошо. Мародеры вновь атакуют! В бой, друзья мои! Никто не уйдет! Сила и честь. Громка, воин. Ты из клана Песни Войны, верно? Да, вождь. Адский Крик отправил наш отряд на поиски остальных. Но когда напали конелюды, мы разделились.
Не волнуйся, мы найдем твой отряд. А пока выпей воды из источника. Духи этого места восстановят твои силы. Сила и честь. Хорошо. Сила и честь. Хорошо. Твой час пробил! Лох на рожь! Держите оборону! Защищайте Кодо! Хорошо. Хорошо. Сила и честь. Сила и честь. Хорошо. Сила и честь. Дабу. Хорошо. Сила и честь. Пора за дело. Держите оборону! Защищайте Кодо! Кого убить? Да, был. Сила и честь. Хорошо. Хорошо. Сила и честь. Хорошо. Дабу. Держите оборону! Защищайте Кодо! Хм.
Дабу. Хорошо. Сила и честь. Твой час пробил! Пора за дело. Локригар Ногал. Дабу. Пора за дело. Сила и честь. На нас напали! Дабу. Хорошо. Сила и честь. Сила и честь. Все, что пожелаешь. Приветствую тебя, вождь. Мы к твоим услугам. Чего? Ладно. Держите оборону! Защищайте Кодо! Хорошо. Чего? Все, что пожелаешь. За молот Рока! Вперед! Духи неспокойны. Сила и честь. Дабу. Хорошо. Сюда, сестрички. Давно мы не лакомились мясом чужеземцев. Не советую, дорогуши. Когда мои наездники прижмут вас к земле, вырваться вам не удастся. Дабу. Хорошо. Только скажи. За молот Рока. Отведай стали. Держите оборону. Защищайте Кодо. Хорошо. Сила и честь. Дабу.
А, ну наконец-то оазис. Катапульты клана Песни Войны. Они могут нам пригодиться. Сила и честь. Чего прикажешь? На нас напали! Хорошо. Никто не уйдет! Держите оборону! Защищайте Кодо! Твой час пробил! Да. Чего прикажешь? Локригар Ногал! За молот Рока! Держите оборону! Защищайте Кодо! Никто не уйдет! Можно Рожкова убить! Я вождь! Локригар Ногал! Сила и честь. Дабу. Чего прикажешь? За молот Рока! Локтарош! Хорошо. Держите оборону! Защищайте Кодо! Лежит как раз за этим ущельем. Но, боюсь, кентавры уничтожат караван раньше, чем он достигнет цели. Кого убить? Хорошо. Чего? Хорошо. Хорошо. Держите оборону! Защищайте Кодо!
сила и честь. Дабу. А, ну наконец-то оазис. Пора за дело. Духи неспокойны. Ну что ж, а на этом пока что все. Керн, караван не успеет пройти. Пусть гнев матери земли воздаст этим мерзавцам по заслугам. Больше они нас не побеспокоят. А ты, юный вождь, можешь продолжать свои поиски. Кто такой Оракул? Или что? В легендах говорится, что он видит нити судьбы такими, как их сплела Мать-Земля. Только он сможет показать тебе твою судьбу. Где мне его искать? Далеко на севере у мглистого подножия горы Хиджал находится пик каменного когтя. Там, в пещерах, ты найдешь Оракула. Отправляйся в путь. Я дам тебе лучших кода. Спасибо, Керн. Я не забуду тебя. Иди с честью, юный вождь, да хранит тебя Мать-Земля.